Здравствуй, Марина. Здравствуй. Вот мы с тобой поиграли в игру Planet Base. Это такой, как это, менеджер марсианской колонии, на которой, да, можно выращивать картошку. Да, действительно можно в этой игре выращивать картошку на Марсе. И на Марсе будет картофель колоситься. Цвести. На Марсе будет картофель цвести. Вот. А мне понравилось, потому что мне иногда вот в охоточку, знаешь, такие игры, вот такой менеджмент прямо колонии, поселения с относительно большим количеством возможностей. Вот, это мне иногда нравится. Вот. Я думаю, что люди, которые знакомы с данным жанром, да, они по нашему с тобой развернутому знакомству, они, в общем-то, поймут, что вот этой игры можно более-менее ожидать и сделают какие-то выводы. А вот какое у тебя осталось первое впечатление? Что понравилось, что не понравилось? Ну, вообще, я знаю, что ты очень любишь вот такие вот игры с менеджментом поселений, чтобы там что-то строить, чтобы что-то вот они бегали, копошились, как муравьи, а ты такой сидишь с лупой, смотришь на них. И это на самом деле довольно интересно, как бы обустраивать им жизнь. Они там что-то добывают, что-то выращивают. Как большие, да, прям? Какая-то там жизнь, что-то развивается. И прямо вот интересно за всем этим наблюдать. Прям как настоящий вообще. Даже вообще не отличить. В общем, я думаю, что можно резюмировать, что у нас с Мариной осталось положительное впечатление о проекте Planet Base. Если вы хотите посмотреть полную версию нашего знакомства, то есть для этого специальный роличек на канале, такой длинненький, его можно посмотреть. Вот.